Если у вас сутулость, протрузия, грыжа позвоночника, сколиоз, остеохондроз, артроз и другие поражения суставов, вам нужен костный массаж. Костный массаж – это воздействие в первую очередь на надкостницу, потому что хрящевая ткань, кости, тело позвонка, в них нет сосудов, и кровоснабжение происходит за счет надкостницы, которая очень хорошо иннервирована и кровоснабжается. В молодом возрасте у человека физиологический лордоз и тифоз, он служит амортизатором для человека. Но, как правило, у профессиональных спортсменов, у людей, которые ведут неправильный образ жизни, у балерин, позвоночник, он становится абсолютно прямым, и, соответственно, он быстрее повреждается, потому что нет естественной амортизации. В чем отличие костного массажа от других массажей? Костный массаж, он направлен непосредственно на весь опорно-двигательный аппарат, на костную структуру, хрящевую, на все суставы. Внутренние мышечные спазмы, они перестают возникать, потому что сам позвоночник становится более пластичным, более мягким и более молодым. И за счет этого массажа запускается омолаживающий процесс практически на весь организм, на внутренние органы, на мозг, на все тело. Обычным массажем мы глубоко не прорабатываем ни кости, ни хрящевую ткань, ни сами позвонки. Когда человек приходит на костный массаж, я провожу консультацию бесплатную до курса, в середине и по окончании курса. То есть обязательно пациент находится под наблюдением. Обычно проводится первый курс 14 сеансов, через 3 недели следующий курс. И уже после первого-второго курса человек чувствует значительное улучшение. Если были боли в позвоночнике, они уходят, общий тонус и состояние организма улучшается. Следующий курс проводится через 3 недели, третий курс через 1,5 месяца, и затем программа уже составляется индивидуально в зависимости от состояния человека. Приходите на костный массаж и будьте здоровы!